Кировчане присылают платежки ЖКХ в общественную палату. Там на этой неделе работает горячая линия «Дорогое тепло». Горожане могут сообщать о завышенных, по их мнению, счетах за отопление. Только за один день поступило больше 70 обращений. К жалобе необходимо приложить фото квитанции. На ней должны быть видны номер лицевого счета или расчетный период и сумма, выставленная за отопление. Специалисты Центра общественного контроля обработают все обращения и направят их для проверки в энергосбыт. Квитанции можно присылать в группу Центра ВКонтакте до 10 февраля. Эксперты напоминают, дорого может быть не только из-за ошибок, но и повышения тарифа с 1 декабря, а также из-за неверной работы управляющей компании. Два одинаковых, абсолютно одинаковых пятиэтажных дома, у которых в квитанциях цифра за отопление отличается на 30%. Это много. Дома абсолютно одинаковые, но они отличаются только тем, как подходят управляющие компании к подготовке дома к отопительному сезону. Автоматика, работает, не работает, система промыта, не промыта, периметр утеплен, не утеплен. Это все влияет на наши платежки в квитанциях. Это раньше нам было без разницы, когда не было приборов учета.